Всем привет, с вами Айс, сейчас мы будем дальше продолжать стримить Final Fantasy 3, как вы уже поняли, наверное, по заставочке нашей. Ну и в принципе, начинаем. Сейчас проверим, чтобы все робило, как всегда. Да, отлично, все работает, все очень-очень хорошо. Так, если я не ошибаюсь. Кажется, тут мы остановились. Сейчас надо проверить, одежку я купил. Да. Все правильно, остановились мы тут. Выходим мы из этого города. Идем на корабль. Наверное, с помощью Чикобы, ну, чтобы не сражаться ни с кем. А, стоять! Ну, еще вспомнить, где наш корабль находится. Нам в замок надо плыть. Твою ж мать, а где ж кораблик-то? О-хо-хо-хо. А вот он и замок, видите? Как-то мы его сразу нашли, прямо... Прямо не верится. Ну, не, ну, так. Так, из магии мы все взяли тут. Очищение, лечение, аура, мытье, мини. Вроде да. Ну что ж, продолжается наш поход четырех великих воинов. Которые пока что не знают, что они велики. Мы же знаем, что они такие отличные удар. Видели, да? 200. 238 от Айса. Вот это уже гуд. Вот это уже тема. И уровень еще Кенни и Фикусу. Просто красота. Усаживаемся, сохраняемся и заходим в замок. Надеюсь, это тот замок, который нам нужен. Аргос. Так, секундочку. Замок тот, конечно. Сейчас просто кое-что пишут мне. Все, извините. Продолжаемся. Так вот, нет никаких скрытых ходов, как всегда. Вот нет ничего. Хотя... А вот те и скрытых ходик. Тысячу монет. И тысячу монет. Логично. Да есть же 3000 монет, 100 монет, 100 монет, 3000 монет, 3000 монет, 1500 монет. Я просто богат. Я богат как никто. Так, меня вроде не нападают, это гуд. То есть особо бояться нечего, видимо. Закрыт. Окей. Кстати, если я такой богатый, я мог бы, наверное, назад... А, ну потом. Просто долго назад идти в город, чтобы покупать Айсу броню. Вот как мы просто нашли очередной потайной ход. Тронный зал, походу, да? Пустое, да? Просто оживление, там восстановление хп. Не очень понимаю. Замок такое ощущение просто мертв. Абсолютно. Он тупо просто мертвый. То есть тут нету ни стражи, ни никого вообще.
Это очень и очень интересно. Да что ж такое, пишут мне и пишут. Что-нибудь еще найдем. Так, а что ты мне скажешь? Достали корабль, тебе можем искать красавиц во всему миру. Это не то. Видимо, ничего нет. Ладно. В замок мы, видимо... А, в замок... Нам не в замок надо, там пещера какая-то должна быть вроде, да? Я, конечно, бы мог бы... делать прохождение, зная, куда идти, зачем идти и так далее. Но это было бы неинтересно, мне кажется, совсем. Ну, в том плане, если бы я там по гайду какому-нибудь проходил, да? Или подсказки принимал. Было бы неинтересно. Ну, из-за этого увеличивается время, конечно, прохождения. Но я думаю, смотреть бы это было бы не так интересно, честно скажу. Ну, по крайней мере, мне было бы неинтересно не играть, не смотреть, если кто-нибудь так проходил бы чисто по гайду что-то. То есть, есть специальный там фаз прохождения, вот, кому интересно, пожалуйста. Я как бы не спорю. А насчет того, что в моих видео мало юмора, ну, не знаю, я не стримлю комедийные игры пока что, в основном, поэтому... Сложно что-то в этом плане не придумать. Где тут смеяться? В какой момент начинать смеяться? Когда мы сражаемся с мобом или когда мы бродим по миру, ища там какое-то подземелье? Не знаю. Я стараюсь просто комментировать то, что есть, как-то делиться своими мыслями почему-то, да. По игре и так далее. Как это получается? Ну, наверное, не очень, может быть, хорошо. Хотя, чё я жалею? Чё я жалею? Я сам сейчас зайду в замок и вылечусь. Ну, то есть, пополню магическую энергию свою и жизнь. Поэтому пофиг. Я хотел сначала в деревню древних смотаться, чтобы закупить одежку, да, для Айса, но подумал, что слишком долго, мы попробуем без нее попасть в эту пещеру. Пещера должна быть где-то около замка, видимо. Сейчас мы будем ее искать. Ну, сначала, естественно, зайдем в замок сам. Вот, видимо, на западе, там, где лес, где-нибудь там пещерка. Жалко, тут нет ускорения бега. Ну, или я не нашел, как быстрее бежать. Хотя, может быть, и не особо и жалко. Вот это, конечно, медленнее, чем обычно. Ну, установили ХП и МП, то есть манну и жизни, можно так сказать, переведя это, да? Ну и
выходим отсюда, естественно. Сохраняемся и ищем пещерку. Или что-нибудь типа этого. Оба-на. Но вид врагов, которые доселе мне были неизвестны. Опасны, возможно, опасны. 124 от Айса. И не ваншот! Офигеть! Вот это, блин, фигово. Летуны и какие-то, не знаю, крабы, что ли? С клешнями. Ну, бьют не сильно больно, это хорошо. Давайте шакой, наверное, огнем их бить. Не будем жалеть ману нашу. 150! Ах ты! Еще и усыпление. Офигеть. Это горгона была, то есть это медуза, что ли? Не очень на нее было похоже, на самом деле, честно скажу. Просто. Классный урон по Айсу прошел. Очень классный. Может быть, все-таки смотаться туда и купить себе броньку. В деревню древних, я имею в виду. Хотя. Ну хорошо, что усыпление ненадолго работает. Ну и сейчас он один остался, поэтому пофиг. Неплохо так. Серьезный бой. 300 монет, 24 опыта. Так, а пещера-то? Да, вот она пещера, походу, да? Такое чудище какое-то плавает морское. Так, пещера у нас та, вроде та. Так, опять мне пишут, но это не по игре, к сожалению. Ну, не по этой игре. Ну что, люди что ли тут? Это долина Гурганов. Мы должны найти кристаллы огня, воды и земли, тогда вы сможете обрести еще большую мощь. Сила земли запечатывает свет трех остальных кристаллов, и неужели свой? Сила огня на острове Дварфов. Когда башня накроется красным пламенем, все рухнет. И в этот момент человек, идущий вне судьбы, проснется. Ну, ясно. Знание будущего не приносит ничего хорошего. Я с тобой согласен. Я не могу понять, свет или тьма ждут нас в будущем. Так туманно. Живой лес зовет вас. Я не могу понять, свет или тьма ждут нам в будущем. Наше будущее туманно. Землетрясение было только предназначением, дрожь, сбросившая кристаллы на землю. И нашествие монстров ничто по сравнению с тьмой, которая должна прийти. Но мы же ее победим, правда? А ты кто такой? Используйте это, чтобы войти в башню Овина на севере. Дэш, твоя судьба ждет. Получил жаба. Жабу использовать, чтобы войти в башню на севере. Ну ладно. Жабу что ли превращается? Кенни очередную магию даю. Жабу так, жабу, что нам? Что нам стоит? Так, сказали башни на севере. Ой, в общем, ладно. На севере. Ну, на севере, так на севере. Север у нас вверху. Где-то. Оба-на. Лес Чикоба. Пахнет Чикоба. Башню на севере. Блин, а где эта башня на севере? Мать его. Чукоба, конечно, классно кататься. Ну там что ли? Да ёк.
выломаны, извините, пожалуйста, опять прямые стримы, они эти мы. То, что отвлекают иногда. Так, башня на север. А, ну вот она, башня, походу. Да, башня выбила. А, надо в жабу превратиться, точно. Точно. Магия. Использовать жаба. Надеюсь, я прав. Ладно. Как говорится, ладно, ничего страшного. Все бывает. Прорвемся. Возьмите жабу, чтобы войти в башню. Блин, в башню я вошел, а там мобы. Типона, мать, а. Что ж мне так не везет-то на них? 140 урона от фикуса, кваншот! Давай шага. 76 маловато. Ну, первый уровень огня, как бы. Не думаю, чтобы он много бил. Поэтому и так нормально. Айс отлично добивает. Фикус, 25! Фикус, ты... Ты просто... Ну, бас. Что ты, блин, нафиг творишь? Какие 25? У тебя отличные два оружия в руках. Ты должен бить там по 200 минимум. А не 25 и 80. Что за бред? Ну ты фикус вообще сегодня. Какой-то фикус уставший явно. Каши ел мало. Кини зато с кулака 8, смотрели, фикус. Не добивает еще раз. Да. Печаль, беда. Ну, победа! 300 монет, 124 опыта, навык шаки улучшен. Чудовище какое-то морское. Так, ну мы общаться, наверное, ни с кем не будем, тут я имею в виду, да? С этими мы уже, в принципе, поняли все, что нужно делать. Ашамовина, используйте дэш, твоя судьба ждет, получена жаба. Используйте, чтобы попасть в башню жабу. Ну ладно, почитаем хотя бы чатик. Почему я использую сейвы не игры, ну потому что они не работают. Как бы, как все просто. Так бы изи использовал. Ну, в лес-то войдем, в Чикобане. Жабу надо соорудить. А так как сейвы тут не робят, приходится сохранять на эмулятор. Вот и все. Все логично, правда ведь? А, лягушки со мной общаться не хотят. Ну, если это те, о ком я думаю, то мы должны легко с ними справиться. Хотя, возможно, это другой вид моба. 76, ну фикус. Хорошо, что по шаке мажут. По фикусу 2, да, это не самый сильный отряд, что нам попадался, попадется еще. Ну,
Интересно то, что какие-то урончики у нас стали маленькие, как будто я... Вау, а вот это уже интересно. Айс ваншот, ну молодец, по фикусу магии долбанули сколько там, 160, нет, ну, 60 где-то с чем-то. Это айс 160 долбанул. То есть они маги у нас, поэтому у них жезл магический там в руке. А, я не стал лечить, потому что подумал, что не успею вылечить один фиг, потому что наши воины его добьют. Ну нет, успел бы. Навык лучше, найс. Давайте посмотрим, может у меня действительно одежка какая-то не та. Да нет, змеиные мечи. В чем проблема, что я так слабо бью? Ладно, не беда, тут лабиринт какой-то. Мне даже страшно спросить, что это. Что это за коты? Или что это вообще такое? 172. Вот другое дело. Ваншот от Айса. Отлично. Промах по Кенни. Мутимаг. Это маги. Понятно? Все понятно. Что тут непонятного? Фикус 110. Ну слабо. К сожалению, слабоват. Хотя один тоже. Но они если маги, почему-то они магии не бьют. Это немножко странновато, не правда ли, да? Магии не бьют манны. Магии, то есть. Совсем странно. Нашли поцелуй какой-то. Так, чатик почитаем пока что. Текс, ничего интересного, ничего важного. Навык улучшен. Фикуса. Я, конечно, все понимаю, куда идти-то. А куда нам идти? Где нам выход найти? Фикус, ваншот! Если это был фикус, кажется, фикус. Шака. Слабовато. Каши мало ел, хотя темный маг должен, наверное, все-таки больше его наносить, как вы думаете, нет? Я тоже думаю, что поболее. Чем он нанес хоть и по всем. Ну, вторым уровнем заклинания. Молнии. Ой-ой-ой! Айс просто опозорился. 44 урона, это считай ничто. Просто ничто. Поэтому не знаю, ежику, блин, дикобразу, рогатому крысе с рогами. Пигман. Хорошо, что не пигмей. Пигман тоже хорошее название. Чё нам? Победа! Ты ежишь. Да ёшкин кот, ну что такое? Опять пищит. Я больше не буду отвлекаться, скайп выключу. Так что нас ничего не потревожит. Может тут что есть? Чего? Ну что, нырнем? Вот ныряй, сюда только лягушка и пролезет. Лягушка? Окей. Вот для чего нам нужна была лягушка-то. А я ну бас не помню. Нырять. Так, а теперь можно набрать обратно? Я хочу обратно. Как на всех хочу. О. Офигеть, ржавые какие-то. Добро пожаловать в башню Овена. Вашу могилу. Да мы не таких. Еще тут
Будут прямо тут. Мы не таких убивали. Не таких, короче, еще. Управу находили. Могилу вашу. Да твоя могила будет. Хозяин башни. 158 критом от Фигуса. Ваншот. 115 от Тайса. Ваншот. Ну, Шака, давай! 94, не ваншот. Беда. Подкачал нас Шака чуть-чуть. А многие в ответ по нему 26 долбанули. Ну, в принципе, ерунда. 154 от Айса хороший добивает. Так вот, и пыточная какая-то, видимо, или что? Очень похоже, смотрите, механизмы какие-то, естественно, пыточная. Но только это не моя могила, дружбан. Это я тебе точно говорю. Она твоя будет. Это такие слова ты вообще тут ответишь, понял? Давайте их льдом баним, что ли. Интересно, с кем нам биться будет? С королем, может быть? Ваншот от Айса, отлично. Шака, ну, не ваншот, ну ладно, бывает. Молчание на Айс, на Вилле. Так, 200 монет, 76 опыта. Нормально, что нам в сундучке? Поцелуй, интересно, для чего он нужен? Возможно, какой-то статус снимать, который тут на меня... Ага, молчание, возможно, снимать. Я рискнуть проверить. Так это или не так? У нас интересно, мытье поможет или очищение? На меня жабу хотели, что ли, блин, наложить? Я просто не очень понял. Да, очищение явно не помогло. В принципе, Айс ваншот, но молчание это, видимо, он не может магией пользоваться, поэтому пофиг. Если так честно говорят. Ой, не того лечу. Кенни сам себя должен лечить, но я хотел не Кенни лечить, и Ясеньки, не Ашаку. Хорошо, Фигус тут ваншот. Ну, добил, вернее, там были уже биты. Айс навык, Кенни навык. Давайте посмотрим, от чего у нас. Целую, наверное, от молчания, да? Лечит жаба, а не... Может, у нас молчание лечит? Лечит молчание. Один лихолист у нас всего лишь. Что это молчание вообще дает? Мне кажется, да, чисто магия. То есть я не буду снимать сайсет, потому что, ну, в этом нет смысла, по мне. Айс у нас не маг, поэтому как-то пофиг. Ну, молчит и молчит, подумаешь. Иногда, может быть, и нужно помолчать, правда? Не буду так делать. Любитель дом. Тут мы подхилим как раз. Подхилим как раз Шаку. Не просто расстраивает. Да блин, Фикус 40, ну что ты творишь? Ты же боевой монах, ДПСер, блин, Айс 89. Чё вы творите-то? Хорошо, жаба не прошла. А то сейчас еще бы жабу нас превратили бы, и вообще было бы зашибись. Просто бы зашибись было. Так, магия. Зачем на всех сходить, спросить? Всяких их его знает. Потому что Айсу вроде немного восстанавливает ХП, наверное, из-за этого. Один остался супостат, сейчас мы его по-быстрому долбанем. И зайдем в следующее помещение. Мне уже не терпится. Да ё-моё, 39 Фикус, ну что ты издеваешься? Ты по магу 39 бьёшь, по магу, не по бронику. Жесть.
Уровняйся, Фикус. Шака. И Кенни. Отлично. Это хорошо. Это гуд. Гуа-ха-ха-ха-ха. Ты, парниш, полегче, а то я тебе гвакну. Оба. Какой-то мечик. Надеюсь, он для меня. Так, запоминаем. Атака 66. Ага, он для красного мага, да, походу? Ну да. Ну, красным магом будет полезно. Такие два меча для него нашли, помните? Мы почти зашли в это помещение. Почти. Ну, это почти не считается. И правильно. Потому что, блин, на нас напали. А мутимаги. Ути-пути-маги, блин. Няшные маги. Да что вы делаете? У нас совсем где урон-то? Может, молчание сайт стеснять все-таки? Хотя Фикус сам, блин, ни хрена не попадает. Поэтому... Я бы не сказал, что тут... Давайте лечение на всех. Я бы не сказал, что тут в молчании виноват то, что Айс слабо бить стал. Вот тем более сейчас 138 ударил. Фиг, 130 тоже. Нормально. Живем. Сейчас подхилимся еще чуть-чуть. А то левел получили как бы, да. Они подхилились. Ну и без магии в рукопашку добьем последнего мутимага, надеюсь. Ну вот, вот другое дело. 164. Ты должен бить так всегда, Фикус. Ты же у нас ДД. Что-то мы там нашли. Ладно, не столь важно. Пятый этаж. Можете бродить здесь вечно. Но меня вы, блин, не найдете. Оба-на. Ты так думаешь? А, то есть, типа, это у нас такой лабиринт, да? Ты, типа, такой умный, да? Ты, типа, умный. Ну, ладно. Секундочку. Почитаем пока чатик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Продолжаемся. Ну, естественно, Фикус слабый какой-то, чёрт поделаешь. Хотя вот сейчас два ваншота, просто отлично. Да, я помню... Да, я помню, здесь на стене есть свеча 8 шагов слева. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Вот так вот. Нубасы. Вернее, нубас, который там смеялся. Типа, я не пройду. Кто не пройдет? Кто не пройдет? Давайте не будем применять магию, наверное. Не хочу я тратить, потому что если сейчас действительно босс будет. О, щуки. Ах ты, айс, айс, айс. 70 урона. Шо ж ты, мать твою, творишь? Епона, мать. А это что было? Это прикол, да, такой? Это, блин, прикол, походу. Ладно, да не, нет проблем, мы ща вещами, зелий у нас много, правда? Где там зелий? Айса, да нет проблем. Фикусом, да нет проблем, вылечим. Отхиляем! Дико бьют больно, действительно больно бьют, сволочи. Надо их ваншотить сразу, конечно, было. Они делают то, что я сейчас делаю. Ну, а с Фикусом, конечно, красавцы, блин, какую-то хренатень сотворили. Давай, Кенни, хиляй, хиляй всех, хиляй. Да, блин, двойной опять удар всего лишь. Ну, Айс добил. Один осталось. Одна звериная морда. Не знаю, что это, крокодил. Нет, какой крокодил? Носорог, походу. Короче, бесяра какая-то. А, по Фикусу 40.
За шо? За шо? Добей его, Фикус, давай. Отомсти. У Шуки этого 32 урона. Фух, добил. Ну, 32 урона, это, конечно, меня прямо порадовали, порадовали. Навык лучше, Майса. Зашибись. Нашли еще поцелуй. Видимо, босс в лягушку будет превращать надо, да? Какой-то вообще, это не башня какой-то, а механизм, такое ощущение просто. Просто какой-то механизм. Ну, в том плане, я имею в виду, что... Так, магия, лечение. Давайте опять по всем. Тут очень непонятное сооружение. То есть такое ощущение, что это какое-то воздушное средство передвижения. Ах ты, блин, Фикус. Ну что ж ты опять-то мало так ударила? Щита ничего не ударил. Как так? Ладно, добиваем рукопашку. Ну, хотя бы так, 104. Отлично, 164. Вот это другое дело. Сколько там? Навык улучшит Кенни и Фикус. Отлично. Действительно похоже на какой-то механизм. То есть это не башня, это какой-то, может, летательный аппарат вообще. Ну, так не кажется. И только мы пытались. Ну мы же, блин, пытались. Ну что же, блин, такое? Не, какое нафиг аэро? Лечение, еще раз лечение Фикуса. Надо хилять. А то есть по нему еще разок долба. Ну, 96 по айсу. Фикус 31 урон. Просто нет слов. У меня нет слов. Абсолютно нет слов. 129 айс, отлично. Ну это настолько, не знаю, почему так Фикус мало бить стало. Понятно, что атака одинарная, но все равно ты должен бить сильнее хотя бы полтинничек там. Ну добей! Есть. Молодец, Шака. Вот Шака просто красавец. И Кенни тоже, как хил, отлично. Ну, Фикус добивает, молодец. Сколько там у нас всего? 120 опыта. 120 опыта, это гуд. Седьмой этаж уже. О, какая башня высокая. Эхолист. Бомбаш. Давайте посмотрим, что такое за бомбаш. Еще. Бомбаш. Бесполезно. Это что-то типа какой-нибудь магии, да, которую можно в бою юзать, видимо. Музыка, конечно, шикарная. У меня так магия вся кончится скоро. Что за нафиг, а? У меня, конечно, зелий много, но... Тихо на Фикуса, да ради бога. На бойцов тихо накладывать, надо быть идиотом. Фикус убивает. Убивает поганого мага. Лед 2, ёперный ты бабай, а. Шо ж ты так не любишь-то? Блин, у меня магия кончилась обычно уже. Да. Зелье, конечно, есть, но... Все равно беда. 166, отлично. Пожалуйста, Кенни. Ход Кенни сейчас. Там нужен Кенни сходить. Фикус. 32, да что ж ты... Ой, ёпарасы ты... Чтобы Кенни не ходил, а Фикус добил. Еще и Кенни вылечил очень слабо, к сожалению. Неудачный бой у нас явно. Победа, конечно. Когда ж ты уже там, блин, уровень-то твой башни кончится, а? Ох, жестяк.
Да не буду я тратить, хотя ладно, огонь можно потратить. Отлично, вот так всегда надо, фикус, вот так вот надо делать, ваншот. Блин, айс. Теперь айс подвёл, а. Беда. И главное, у меня нет ни одной бутылки, которая восстанавливает магическую силу. Ёпперный бабай, а. И вообще, кажется, они не продаются нифига, да? Беда. Есть-то монет. Навык улучшен. Шака навык улучшен. Найс навык улучшен. Сейчас за сундуком сходить сначала, естественно. Эхолист. Нафиг он не нужен, в принципе. Хотя молчание от молчания пойдет. Давайте огнем по всем. Просто так. 108. Мало, фикус. Мало. И 53 в ответочку. Правильно. Ну давай, Шака, добей. Добей вот этого нижнего, пожалуйста. Давай. 23. Добил, отлично. Айс. Еще лед 2. Ёпперный бабай. Айс 40 слабо. Очень слабо. Очень-очень слабо. 105 минус. Отлично. Давай, фикус, 107, нормально, минус. Нечего у нас, конечно, получается пока что. И 121, хорош. Победа! Победа, мать ее. 152 опыта, нашли эхолист, навык улучшен. Давайте мы, ну, там вещи, да, у нас же есть. Зелье. Раз. Ну да, пока что больше не надо никого. Ёперный бабай, а. Конечно, сундучки это хорошо. Огненный. Так, стоять. Огненный одеть. Надеюсь, ты можешь его одеть. 66 была атака, да? 70, ну, нормально. Наш вооружают перед битвой с боссом явно. Так, ну, я надеюсь на тебя, если что ты его добьешь, что ты его просто ваншотнешь. Отлично, промах по Шаке. Айс 86! Фику 119, молодец. Ваншот. Нойс 86, такой жесть. Такая жесть. Тебе нахрена вот тебе меч дали? Может, молчание все-таки снять, а? С обоих. Блять, снять молчание. Как вы думаете? Может, из-за молчания они слабо бьют? Может, действительно урон из-за этого снижается? В принципе, возможно. В принципе, возможно, да. Вполне возможно. Победа. 300 монет, 2 больше, 114 опыта. Ну что? Давайте сохранимся и снимем молчание. Магия вещи. Это махалист. Нашу бойцы 12 левела уже. Оба. Доспех пламени, помните, который мы могли купить? А нам на халяву удали. Так, сейчас смотрим, сколько у нас уже идет. Трансляция 44 минуты. Ну давайте, ничего страшного, до часа, если будет. Вот, попытаемся все-таки, конечно же, добить босса. Ну, понятно, да? То есть дойти до босса, добить его. Прерывать как-то сейчас совсем не хочется. Так, пламень. 14 защит. Остальной. 13. Естественно, пламень и доспех одеваем.
Ну что ж, неплохо. Немножко вооружились. Гнев Зевса это магия, которую можно в бою использовать. Ну не знаю, вампиры вот эти, может быть, все-таки вампиров. Я не знаю, что они делают, поэтому давайте мы их долбанем. А задних уже понимаю, что они примерно, да, что они могут сделать. Эти кровавые мыши, лучше их убить сразу. Ваншот от Айса, отлично. Промахи, отлично. Ну давай, Фикус, давай, не подкачай! 86, ты мать вашу за ногу. А ну что ж ты будешь делать? Ну ёпперсы ты, а. Ах ты, ёжики-горьёжики. И тишина, блин, молчание на Кене, который, блин, маг. Придется снимать, что делать. Придется снимать. Айс. Один бьет сейчас. Фикус вообще бить перестал. Хотя и Айс, блин, хрен ударил. Вообще беда. Просто беда. Ну вот, наконец-таки, 140 урона, Фикус. 116-118 от Айса минус. Победа. Что нам там? Три возможности. Навыка лучше Найса у Фикуса, у Шаки. Окей. Уровень. Так, вещи. Вещи. Это махалист наш. Махалист. Еще один уровень. Все. По приказу Сира Занда, я, Медуза, уничтожу эту башню и сброшу этот континент с небес на землю. А, эта башня, короче, континент держит. Агва-ха-ха-ха-ха. Ну, давай, короче, подеремся, типа. Атака, атака. Что там, лед тебе, на тебе, льдом 2. Так, что у тебя там выход лечения аэра, жава выход, давай тебе аэра. На тебе, змей медузный. 28 лет 2, да что ты будешь делать? 158 от Фикуса, хорош, Фикус. Аэра вообще ничего не нанесло. 168 от Айса, ясно. Хорошо, если тебя не льдом, а огнем. А? Если не льдом, а огнем. 62 от Фикуса, фигово. 88 от Айса тоже мало. Огонь второй уровень, ну. 42 тоже хреново. 6, Кенни с кулака просто. Кенни с кулака просто, просто красавец. Может тебя громом бить? 88 от Айса, слабо. Мимо от Кенни. Гром, ну. Пятерка. То есть, короче, Медуза вообще от магии никак. Облом какой-то, я сейчас опять колдует, я не очень понимаю. Она пока что не бьет, это очень хорошо. Давайте лечение вот так вот на всех второго уровня применим. Крит от Айса 128, ну тройной был удар, не четверной, к сожалению. Крит от Фикуса 196, минус Медуза, это все? А чё она вообще сделала? Или это вообще не босс был? Айс уровень дали, Фикусу навык, Кенни тоже навык. Пламя сильно разогрелось, он готов взорваться любую минуту. Подождите, вы ничего не сможете сделать, моя память окончательно вернулась. Я выживший древний страж этой башни. Я спал века, но когда с башни начало что-то происходить, я проснулся. Видимо, я просто слишком долго спал. Все плохо, хотя шанс есть. Я останусь, попробую починить реактор изнутри. А иначе парящий континент потеряет свою силу и рухнет. Знаете, я... В общем, спасибо за все. Дэш, это самоубийство, не делай этого! Ну где? Такова моя миссия, молодец, уважаю. Как только я избавлюсь от водоворота в проливе, отправляйтесь на остров Дворфов, поняли? Там должна быть сила огня. Как только все будет исправлено, вас перенесет за пределы башни. Эх, ладно, счастливо, я пошел. Брат! Дэш! Опять мы теряем.
теряем и теряем бойцов. Нас перенесли за пределы башни. Райм сохранился. Да. Ну что ж, на этом всем спасибо. И пока, кто смотрел. Жалко Дэша. Ждите новых серий по Final Fantasy 3. С вами был Айс. Извините за частые сворачивания. Отвлекали просто немножко. Простите, пожалуйста, за это. Надеюсь, вам понравился. Понравилась эта серия. Я уже заговариваюсь, извините. Всем спасибо, с вами был.